день нашей истории. Ибо сегодня напишется еще одна страница в летописи этого замечательного исторического и очень дорогого для нашего Отечества учебного заведения. Мы помолимся, возблагодарим Господа за то, что этому учебному заведению удалось сделать для Отечества знаковые изделия, и многие выпускники являются гордостью этого университета. Дай Бог, чтобы поступательное развитие научно-учебного процесса, производственных отношений и дальнейшее долгогранное развитие учебного заведения было всем во благо и во славу нашего Отечества. Помолимся на это. Yeah.
милосердие, широкое, где уже милосердие, человеколюбие, не истребимое почину, про Твою величеству, прикладывающуюся в правду и преданную, которая не достойна, благодарение Твоему благоуходу и благодеяние, нарвекты всех бывших, всех всеначальствующих, учащихся, учащихся, учивших и учившихся, университеты всех нуждающихся в тех, смиренно относящие к Господу Владыку благодетеля, славы, хвалы, поэт величая, и припадающий Батя благодарит, вы безмерно неизвещенно милосердие, смиренно молящие, я уже ныне моление рабов и приятий, и милостивы исполните с погоды Руси, и вредне в твоей искренней любви во всех благодеяниях и успевающих, я благодеяние всех верно твоих получите, церковь твоей святой грации Петра, и университет всей везде начальствующих, учащих и учащихся, учивших и учившихся, и везде нуждающихся в университете всех, во всякое благо обстояния избавляя, мир и безмятежный тем дар уяй, здравие полное интересное, благо успешение в учебном процессе, изначальным центром святых благих животворящих моих духов, воедино в существе славного Богу, всегда благодарение приносить, и предлагая благодати, и воспевать и свободы жить, слава Тебе, Богу, благодатью нашему, аминь Тебе, Господи. Благодетельное, предъявное житие, здравие же и спасение, и во всем надо поспешение, и изобилие плодов земных, на врагу победу и удаление, подашь ты, Господи, рабу Твоим, всем везде начальствующим, учащим, учащимся, учившим и учившимся, всем везде служащим и служившим, и всем дожидающимся в университете всем, и благодаря Господь вас сохранит и благословляет. С праздником вас всех поздравляю.